Я постоянно пытаюсь переложить на себя вот то, что происходило с этими людьми. Я выхожу один лес, да, я закрываю глаза, я пытаюсь услышать этот вой сирен, взрыв. Я пытаюсь все, что они делали, применить к себе, смогу ли я вот в этом всем жить. Вы сейчас же снимаете, да, там, деревья. И представьте, вот такое же количество людей, как это количество деревьев, и они падают одновременно. Ну, просто вот раз и упали. И не факт, что вот здесь вот не лежит человек, не лежит солдат. Не факт, что здесь не лежит, не факт, что здесь не лежит. Лежат. Там отвали сверху были черепа. Здесь вот по рукам. Ну здорово, так возьмите щупы и щупами отработайте. Вторая мировая война закончилась 75 лет назад. Но до сих пор в лесах, в морях, в болотах лежат тысячи пропавших без вести. Их родные так и не знают, что с ними случилось. До сих пор есть те, кто ждет своих близких с войны. И те, кто возвращает солдат домой. Первый раз сюда я приехал в 2010 году. Здесь действительно были очень кровопролитные бои. Высоты брали, высоты отдавали. Бои были такой интенсивности, что просто не успевали, ни наши не успевали похоронить, вынести с поля боя. И немецкие солдаты. Мы вот именно в этом районе уже пятый раз работаем. И пятый раз мы поднимаем. Вторая подошва здесь. Да. Ну так а что не копаете? Сейчас я вот так вот. А зачем ты так вот? Ты вот сразу возьми, где вторая подошва. Вторая подошва здесь была. Ну так и копай здесь, Леша. Артур Ольховский уже 30 лет ищет пропавших без вести. Сначала искал сам, а потом стал брать с собой школьников. Сейчас у него одна из крупнейших поисковых организаций в России. Первый раз я поехал в экспедицию, была всесоюзная вахта памяти в 89 году в Долине Смерти, в Мясном Бару. Когда я приехал, вот, сказать, что я был там в шоке, это ничего не сказать. Мне, извините, кости снились 2 недели, когда я увидел, что творится. Я думала, что захоронены все солдаты с честью и достоинством, но на самом деле это не так. В первый мой рабочий день, знаете, первая экспедиция, первый рабочий день. Максимум, что я думала найду, это там может быть гильзу, если повезет. Но мы нашли солдата полностью. Все останки, личные вещи. И меня это очень потрясло. Я просто... Я чуть там не расплакалась. Это, правда, поражает, когда такое количество солдат здесь, в лесу, ни дома, ни с родными. В боях за освобождение Ленинграда погибло более 300 тысяч советских солдат. Немцы взяли город в кольцо в сентябре 41-го. Блокада длилась 2,5 года. Ленинград постоянно бомбили и обстреливали. От голода люди умирали прямо на улицах. За время блокады погибло более 600 тысяч мирных жителей. Мы вот в этом году весной подняли место гибели 5 человек. 2 солдат, женщина и 2 детей. Их расстреляли в голову, там, прямо в черепе, дырка, пуля. Вот этот ребенок, грудник, который она держала в районе своего живота, наверное, еще долго будет в моей памяти. Вот такая она война. Не делает разницу между детьми, женщинами, стариками, взрослыми, солдатами. Не докину. Взял. Там в корме, по правому борту торпеда торчит. Давайте ее дернем. Ага. 9 мая люди приходят к могилам солдат, погибших в Великую Отечественную войну, возлагают цветы к морякам, погибшим на море. И когда их могилами стали корабли и морское дно, не приходит никто. И вот именно от этого посыла возникла идея отдать дань памяти этим морякам. Да, такая своеобразная вахта памяти. Потом экспедиция из мемориальной переросла в
поисковую. Собралась команда из 25 человек, каждый из которых в обычной жизни имеет свою работу, семью, какие-то еще увлечения, но они готовы в нужное время собраться в определенном месте для того, чтобы выйти в поиск. Константин Богданов и его команда ищут затонувшие подводные лодки. Большинство советских субмарин погибли в Финском заливе. В начале войны они успешно топили корабли противника. В ответ на это немцы сначала установили минные заграждения, а потом весь залив перегородили противолодочной сетью. Она была длиной 80 километров и доходила до дна Финского залива. Тогда это было крупнейшее металлическое сооружение на планете. Но советские подводники продолжали выходить в Финский залив. Понимали, что врага можно остановить только ценой жизни. В этих водах пропали без вести 24 советские подводные лодки. Лет, наверное, в 9 в школьной библиотеке я нашел книжку о подводниках, о балтийцах. То они все героически погибали, причем погибали так, что они пропадали без вести. И когда уже в более-менее сознательном возрасте, то есть ближе к 18 годам, я стал увлекаться дайвингом, для меня стало каким-то естественным продолжением вот этих вот детских воспоминаний, что попробовать все-таки подлодки эти найти. Почему-то глава именно про Осипова, она мне наибольше запомнилась. Евгений Осипов – один из самых знаменитых подводников балтийцев. Капитан подлодки «Ща-406». Он стал героем Советского Союза уже после первого боевого выхода. Потопил несколько судов противника. Осипов атакует танкер с надводного положения. Аппарат идет! Близ! Вице-адмирал Трибут вручает ордер командиру подводного корабля товарищу Осипову. Высокая награда вдохновит балтийцев на новые боевые подвиги. В мае 43-го «Ща-406» с экипажем из 37 человек ушла в боевой поход и пропала без вести. Никто не знал, что с ней случилось и где ее искать. Наш историк нашел в финских документах упоминание, что через несколько дней после гибели лодки к острову, который находится у побережья Финляндии, прибило тело подводника в спасательном костюме. Его там захоронили. Узнать, кто это был, было невозможно, но анализируя и течение, и эрозию ветров, и трафик подводных лодок в тот момент, было понятно, что этот подводник на 95% с Ща-406. И стало понятно, что действительно, так как мы знаем место, куда выбросило тело, то мы прямо понимаем сектор, в котором находится сама лодка. Через несколько дней поисков команда наконец находит подводную лодку. Она погибла во время Второй мировой, но это не Ща-406. Лодка другой серии. Лодка погибла в 42-м году. Ну и все. Мы нашли солдата. Советского солдата, судя по сапогам. У них голенища закатаны вниз. Немцы так не делали. Кусок осколка застрял в его коленной чашечке. В его теле очень много осколков. Скорее всего, он погиб прямо здесь. Поисковики работают в 100 километрах от Берлина, около небольшой деревушки Клиссин. В 45-м году здесь шли ожесточенные бои за Зиеловские высоты. Советские войска форсировали реку Одер и рвались к немецкой столице. Последним рубежом на пути в Берлин стали Зиеловские высоты. За 4 дня боев погибло более 12 тысяч немецких военных и более 20 тысяч красноармейцев. Сейчас на этих землях поля, но несколько раз в год немецкие фермеры разрешают поисковикам здесь работать. Для меня все это началось с изучения судьбы моего деда, с его поисков.
Мой дед по отцовской линии тоже был на войне, на Восточном фронте в России. Он воевал в районе Воронежа, был лейтенантом, командовал ротой. Там он и погиб 24 сентября 1942 года. Интерес к судьбе моего деда очень сильно повлиял на меня. Именно из-за него я решил заняться поиском. На основании старых аэрофотоснимков 1945 года мы можем с помощью наложения координат точно локализовать место. Мы провели красные линии, которые обозначают исходные очертания траншеи. По ним мы можем затем копать вглубь, пока не достигнем дна траншеи. Мы надеемся, что нам удастся найти погибших и пропавших без вести. Немецких солдат, советских солдат. Национальность не имеет значения, ведь речь идет о жертвах войны и их судьбах. Альбрехт начал заниматься поисками солдат в 1992 году. Тогда российские поисковики предложили немцам принять участие в раскопках. Альбрехт откликнулся и одним из первых поехал в Россию. Позже он организовал свое движение по поиску погибших в Восточной Европе. Государство не финансирует нашу работу, так что поисковики тратят на это свои деньги. Но мы получаем пожертвования и поддержку от ветеранов, воевавших на Одере, здесь, в Плесине или где-то в других местах. Нам помогают бывшие солдаты, сражавшиеся в России. Еще нас поддерживают семьи, чьи отцы погибли в России во время войны. Сейчас в команде Альбрехта голландцы, украинцы, швейцарцы, немцы и русские. Внуки бывших врагов работают вместе. Ну, дочистим все, друзья. Да, друг мой. Только череп пока. Да странно, что он голова просто так отдельно лежит. Там открывается. В таком случае часто бывает, что остальные кости находятся глубже. Ячейка направлена в сторону русских. Наступающих. Поэтому, скорее всего, конечно, это немец. Альберт пригласил нас в свою традиционную экспедицию в 2010 году. Первый раз мы сюда выехали. И каждый год 2-3 раза мы приезжаем, поднимаем неучтенные воинские захоронения, либо забытые захоронения, работаем в траншеях, работаем по верховым солдатам. Если я нахожу солдата своего, то для меня это очень большое и значимое событие, и меня, конечно, очень сильно переполняет чувство. Очень хочется самому его поднять, и очень хочется, чтобы солдат все-таки был бы опознан, чтобы у него, может быть, был какой-то артефакт, я не знаю, там, медальон, награда, еще что-то. Чтобы мы нашли родственников, чтобы мы его похоронили. Ну, наверное, это самое важное, что есть в поиске. Судьба солдата. Под Санкт-Петербургом поисковики работают уже четвертый день. За это время они нашли 50 бойцов. Но пока удалось установить имена только нескольких человек. Вот видите, вам тоже повезло. Все, там один медальон? Да. Запишется? Я вообще в шоке. Я вообще в шоке. А как? Что еще важнее может быть? Что еще важнее может быть? Маша так взволнована, потому что нашли смертный медальон. Их носили советские солдаты. Внутри должно быть имя погибшего, откуда он, а иногда и контакты родственников. Открывать медальон надо очень аккуратно, чтобы не повредить бумагу. Если удастся прочитать имя, можно будет найти близких солдата. А это самое главное. Уже вчера два имени установили, сейчас третий мне принесли. Все три медальона лежат в одном раскопе. Вчерашний оба с Алтайского края. Может, они и шли вместе, и призывались вместе, и полегли там вместе. И вот третий. Да, плотный. Тихо задумался. Полнен, карандашом все замечательно. Вольхин Дмитрий Степанович, 904 год рождения, стрелок. Алтайский край.
Я всегда говорю, что самое сложное в нашей работе, то есть мало найти солдата, мало поднять медальон, даже мало его развернуть и мало его прочитать. Иногда бывает, что родственников ищем десятилетиями. Когда папу все провожали в армию, мне было 2 годика, маленькая, и он меня на ручках нес. А потом их в машину посадили всех и повезли. Мама так рассказывала. А мы плакали. Была похоронка. Папа без вести, все, пропал без вести. Конечно, первое время мы ждали. Когда вот особенно сосед-то появился, мама говорит, может, и наш будет, может, и наш живой. Не дождались мы его. Недавно под Смоленском поисковики нашли останки нескольких солдат. Одним из них оказался Тихон Горбачев. Его опознали по медальону и через соцсети стали искать родственников. Правнук зашел в интернет, и там это вот объявление было. Дедушка нашелся. Это 78 лет. Я не надеялась. Вот видите, как... Валентина Горбачева попросила поисковиков привезти папу домой и похоронить рядом с мамой. Не секрет, что для поисковика самое важное – это довести дело до конца, найти родственников, сообщить им ту весть, которую, наверное, многие не ждали 70 с лишним лет, о том, что их солдатик найден. Сегодня мы прощаемся с Тихом Ивановичем, защитником нашей Родины. Погиб он в сентябре 41-го в результате авиаудара по колониям советских войск. Хоть мама теперь всегда видит вместе. Папочка хотел передать здесь медальон смертельный, записочкой для мамы. И капсулка здесь вот его, в которой записочка-то была. Храните. Большое спасибо. Пусть детишки читают, правнуки и правнучки, конечно. Конечно, была бы я помоложе, я бы поехала и туда, на к обелиску. Я бы и здесь его захоронила, и туда бы поехала. Интересно же тоже побыть там, посмотреть, где папа воевал, где село это... Ну, сейчас, да, я довольна, хоть он дома, наравне с мамочкой. Команда Константина Богданова продолжает поиски подводной лодки «Ща-406». С помощью эхолота изучает дно Финского залива. Лодка! 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 Первые-то у него нырнули, они почему-то подумали, что это М-96, потому что это еще одна лодка, которую очень все хотят найти. Когда нырнул я и увидел характерную рубку, увидел характерные особенности конструкции, стало понятно, что это Осипов. Плюс был найден открытый рубочный люк, который полностью подтверждал теорию, что из лодки выходил подводник. То есть пазл сложился, и, конечно, ощущение было невероятное после этого. Нашли Осипова. Осипова? Да. Ура! 406-я. 406-я?
Ча-406 подорвалась на немецкой противолодочной мине, которая в правый борт ударилась и образовала там пробоину где-то полквадратных метра, что на такой глубине, около 40-50 метров, было фатальным для лодки. Опытный, очень опытный и хладнокровный экипаж, он как бы не стал паниковать, предпринял попытку выхода из лодки, что удалось как минимум части экипажа в центральном отсеке. Сколько людей оттуда вышло, сколько не вышло, мы не знаем. Но, к сожалению, и глубина, и местоположение лодки, оно не давало возможности экипажу спастись. В принципе, как ни странно, тот подводник, который вышел из лодки, как минимум, который погиб, но все равно он своим телом, можно сказать, нас привел вот в тот район. Потому что он был неким таким маяком, который нам сказал, что искать нужно именно здесь. Каждый раз, когда мы приходим на объект воинского захоронения, у нас всегда чайки прилетают. Ты можешь что хочешь делать, а они вон, вон они. Как правило, это вот по количеству членов экипажа. Вот. И вот мы дали информацию о том, что обнаружена лодка, идентифицирована как Ча-406. И мы возвращались домой, то есть на материк, в сторону Питера. Разыгрался шторм. И для того, чтобы не потонуть, изменили маршрут. И, в общем, шторм нас прибило в Приморск. И утром уже часов, наверное, в 5-6 утра... На причале стоит человек и говорит: я Денис Осипов. До меня начинает доходить, какой Осипов. Он, причем, еще похож на него внешне. То есть, как бы, у меня такой немножко ступор. И знакомимся. И действительно, внучатый, получается, племянник. Оказывается, он за сутки до этого как раз заступил на вахту вот в порт-контроль, и его патрульный катер стоял через корпус от нашего корабля. То есть нас фактически к нему и прибило. Я был еще маленький, и мне матушка говорила, что есть такой у нас родственник Осипов Евгений Яковлевич, без вести пропавший вместе с лодкой. Мне говорили пограничники, что вот есть такая команда, которая ищет подводные лодки. Я тогда не знал, что они нашли. Я знал, что ищут. Вот они когда действительно передо мной просто появились, я понял, это просто судьба какая-то. То есть не просто же так вот шторм прибил людей ко мне. Значит, это нужно кому-то. У меня с детства такой вот сон, как будто идет взрыв. Я просыпаюсь и не понимаю, что... Вот после того, как нашли лодку, у меня этот сон пропал вообще. Невозможно объяснить по-современному, да, что такое блокада. Насколько как бы это страшно для, во-первых, города, да, для людей, которые в этом городе остались. Была даже директива: как только мы захватим город Ленинград, мы его зальем Балтийским морем, мы его сравняем с водой. Надо понимать людей, которые бились за этот город. Присаживайтесь, чай, кофе будете? Ну, кофе можно выпить. С сахаром? Без. Без? Да, я не люблю сладко. Михаил Зорин жил в Ленинграде, когда началась война. Ушел на фронт добровольцем. Он один из тех, кто пытался прорвать блокаду города. Много раз был ранен, но возвращался в строй. Ведь в Ленинграде тогда была его семья, и он сражался за своих близких. Здесь очень сильные бои были. Немцы день и ночь стреляли, день и ночь. У них не было перерыва. То одного, то двух убьют. Только вот разговаривают, через 5 минут его нет. Тяжело привыкнуть. Вот ты лежишь где-то в окопе, и вот самолеты летят, и начинается бомбежка. А когда кончилась бомбежка, смотришь, того нет, тот ранен, того ноги оторвали. А мне, понимаешь, это обошлось, я сколько? 5 раз ранен. Все везло мне. То в ногу, то в шею, то еще куда, то в спину.
сильный обстрел, а тут убитый лежит. Или под него, или себя на него кладывает. Он убитый. И он меня спасал. Я не знаю, как бы я повела себя на месте бойцов, медсестер. Это очень сложно, и к этому нельзя подготовиться. И эти выстрелы, бомбы, это очень страшно. Я полностью не могу это осознать. Скажите, пожалуйста, это правда, что солдаты перед боями не заполняли медальоны, потому что считали, что это к несчастью? Обязывали просто, чтобы у каждого был медальон. Но не каждый солдат брал его. Если я не хотел, я взял, выбросил, все равно убьют. Вот такая мысль была. Все равно убьют. Зачем этот медальон? Давайте мы с вами сфотографируемся. Давайте. Вы очки не носите, да? Нет. В очках еще хуже вижу. Потеснее, потеснее, поплотнее. Давайте, поплотнее. Для меня этот человек, он как будто с другой планеты, с ним легко общаться, но тем не менее какая-то грусть в его глазах, отражение этой войны. Раз, два, три. Очень редко предстает такая возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной. Если есть такая возможность, за нее, конечно, нужно цепляться. Нужно уметь хранить память, потому что это память наших предков, наших прадедов. Необходимо подготовить погребение, а советских солдат подготовить к передаче. Они пока не будут захоронены, а останутся так. Отмеченных синим цветом мы сейчас положим в гробы. В данный момент мы готовим немецких солдат к захоронению. Это останки 16 погибших, которые мы извлекли из окопов в этом и в прошлом году здесь, в Клессине. 7662. Это пехотинец Хайнрих Бёв. Давай вот здесь сбоку приклеим. Здесь? Слева или справа, неважно. Нам повезло, мы смогли установить имена 4 солдат. Остальных пока не удалось опознать. Их имена неизвестны. Павших бойцов хоронят в той стране, где их нашли, независимо от национальности. В международных экспедициях действует еще одно правило. Если немцы находят солдата и понимают, что он советский, то приглашают российских поисковиков его поднимать. А россияне зовут немцев поднимать своих. Поисковики разных стран давно смогли найти общий язык, в отличие от политиков. В Польше, например, там мы чуть ли не оккупанты Польши, там в Латвии. То есть нам очень часто палки в колеса вставляют по работе именно из-за каких-то политических вопросов, хотя для меня это... Все солдаты должны быть похоронены. Мы не забываем, что фронт был не только на территории нашей страны, он был здесь, в Польше, в Германии, в Латвии. В Литве, где нельзя, в принципе, копать. А там солдаты, я знаю, что лежат, и мне их показывали. И мы не можем их забрать. У всех есть какие-то предубеждения, свой собственный жизненный опыт. Возможно, на кого-то повлияли СМИ или еще что-то. Но когда поисковики из разных стран работают вместе, это помогает понять проблемы друг друга и стать друзьями. Возможно, именно благодаря таким отношениям мы можем предотвратить повторение того, что случилось здесь 70 лет назад. И наши народы, русские, немцы, люди других национальностей, смогут жить дружно и построить хорошее будущее, которого не было у тех, кто умирал и страдал на этих полях 70 лет назад. Здесь мы обнаружили останки солдата. Однако они лежат не в одном месте,
разбросаны на расстоянии от 2 до 3 метров. Вполне возможно, что во время боевых действий этого солдата разорвало снарядами. Мы думаем, что это немец, поскольку рядом мы нашли немецкие патроны, пуговицы от немецкой формы. Также найдены немецкие монеты. Опознать солдат крайне сложно. В Красной армии смертные медальоны отменили в 1942 году, так что узнать имя можно только по личным вещам. Впрочем, и по ним бывает трудно определить не то что имя, даже национальность. Например, у солдата немецкая шинель, но советские сапоги. Судя по всему, у него уже нет обуви, то есть, наверное, валенки с него сняли. Да. 77-я гвардейская стрелковая дивизия, которая брала Кресин. Мы считаем, согласно той амуниции, которая у него есть, знак гвардии, русский настрел, ну и отсутствие каких-либо других большого количества всевозможных элементов военного мундирования, которого присутствовал вермахт, что это солдат Красной армии. Мне кажется, что он будет захоронен на следующий год на воинском мемориале в городе Лебус, здесь рядом. Там, где всех хоронят, кого мы находим здесь. Он не последний. Я думаю, что их еще будет много. Совсем недавно нашел альбом отцовский со старыми фотографиями еще 1928 года. На этой фотографии мой дедушка, это прадед, это брат деда Евгения Кучусев. Капитан подводной лодки Щ-406. Единственная фотография, где Евгений Яковлевич еще в 15-летнем возрасте. Герою Советского Союза, капитану третьего ранга Евгению Осипову прикрепляет орден груди его отец, орденоносец капитан второго ранга Яков Осипов. Денис Осипов продолжил морскую династию. Вслед за прадедом и дедом пошел во флот. Служит на ледоколе Семен Дежнев. После встречи с поисковиками его жизнь круто изменилась. Замечательная встреча, замечательные люди. Они мне все рассказали, показали, все видеосъемки, как они искали это все. Ну и, в общем-то, я к ним напросился в команду. И сегодня Осипов выходит вместе с нами в качестве одного из членов команды. В первую экспедицию моя задача была помогать одевать снаряжение, помогать выходить из воды, потому что, в общем-то, это сложно, там принимать баллоны. Так, Багор! Второй экспедиции, например, я занимался готовкой на камбузе. Кок — это после капитана, это вторая должность. Это маленькое понижение у него. В общем, оказался очень полезный товарищ, который вот начал свою такую работу команде именно с того, что найдена лодка его деда. Я решил тоже продолжать с ребятами поиски подводных лодок. У меня главная задача — это, в общем-то, нырнуть на Щ-406, посмотреть. Я поэтому занимаюсь дайвингом. Иногда говорят, что я слишком рьяно взялся. Ну так, рискую. Максимальное погружение у меня, к сожалению, только 15 метров было. Но я усиленно готовился. Хочется побыстрее. Тем более мне 51 год уже. Соответственно, технический дайвинг — это очень серьезная вещь для молодых-то организмов. В общем, стараюсь достичь того, что я очень желаю, это нырнуть на лодку и посмотреть. Миша, еще раз повторите, что у вас там идет. Отряд Ольховского перебрался под Оржев. Ты попробуй, как я это сказал. За шестерню? За шестерню? Нет. Она очень двигается. Местные жители рассказали поисковикам, что здесь в лесу лежит самолет.
Уже нашли двигатель и установили. Советский бомбардировщик был сбит 22 августа 41 года. На борту было 3 человека. Пока нашли одного. П-2 был пикирующим бомбардировщиком. И даже он развивал скорость до 1500 км/ч. С такой скоростью он пикировал в землю. Сам самолет состоял из алюминия в основном, а двигатели, ну, конечно же, железо. И двигатели, как самое тяжелое, утягивали все за собой. Поэтому можно считать, что мы практически на дне. А вот это редуктор. Он получается... На нем стояли три лопасти. Да. Одна застряла в глине, мы пытаемся ее откопать. Да, нам нужно вытащить редуктор, чтобы продолжать дальше. Ну, искать летчиков. Идет. Да, я вижу. Это победа, друзья. Крышка от коленвала, вы что? А что это? Это баллон газовый, обычный, кислородный. Поставь, как тебе надо. Мы знаем звание пилота, старший сержант Тамко. Мы знаем фамилии бортстрелка, мы знаем фамилии штурмана. Это все сержантский состав. Это пилот, старший сержант Тамко Николай Дорофеевич, уроженец Полтавской области. И в документе указаны только отец с матерью. Ну, я думаю, что парень не успел жениться. Я все провожу через себя. У меня оба деда пропали без вести. И сначала, когда я начал ездить, бабушка была жива и все время спрашивала, ты своего деда ездишь искать? Я пытался объяснить, что, бабуль, ну так много дедов погибло, я, может, и своего найду. Потом мама стала всегда с укором говорить, почему ты своего-то не можешь найти? Во-первых, это такое вот внутреннее мое состояние, да, то есть я в каждом солдате вижу своего деда. Для меня каждый солдат, во-первых, он не убитый. Я с ним разговариваю, он раненый, я разговариваю с ним, что сейчас мы тебя вынесем, мы тебя спасем. Я пытаюсь это передать ребятам, чтобы они это все понимали через сердце, чтобы не было отношения, ну, к каким-то земляным работам или потому, что нас привезли сюда. Они там, каждый своего деда ищет, прадеда. Ржев, он для меня, он правда личный. У меня дед лежит где-то здесь, в этих местах. Нет, ни писем, ни каких-то весточек не сохранилось, и даже извещения о гибели или пропаже без вести нет. То есть человек просто канул в лето. Я хочу, правда, найти своего деда. Это одно из тех катализаторов, которые заставляют меня работать. В 2000 году мне задали вопрос. Как ты думаешь, долго ты еще будешь этим заниматься? Я сказал, что у меня родился сын, ему исполнилось полгода. Я очень надеюсь, что он со мной не поедет в экспедицию. Что я уже к тому времени, когда он... Так вот, ему 18, и он со мной уже с 12 лет ездит. Ой! Когда я в первый раз поехал, мне было 12 лет. Но я не скажу, что я тогда что-то прямо сильно понимал. Просто еще до этого был интерес, потому что куда-то уезжал отец, приезжал небритый, уставший, но добрый. Вот, и как-то в 12 лет еще ничего не понимал, и только сейчас, наверное, я начинаю понимать, чем занимаюсь. Оно не сразу приходит понимание того, что ты делаешь. Мне никто тогда не объяснял, что это герой. Просто находиться там — это уже великий героизм. Мне, ну, я тогда не так задумывался об этом. Уже сейчас страшно, когда начинаешь задумываться. Это же целая судьба во время работы в наших руках. Оставить что-то, потерять что-то, не докопать что-то. Вот это страшно. Сегодня, благодаря поисковым отрядам, мы имеем возможность придать земле найденные останки 109 героев Великой Отечественной войны. В свое время они отдали свои жизни за нас. Сейчас я пытаюсь отдать дань. По
поисковом движении России сейчас свыше 42 тысяч волонтеров, добровольцев, которые, не жалея себя и силы, и времени, выезжают, работают. Мы подняли за 6 лет 120 тысяч солдат. Но их меньше не становится. Говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Мне кажется, что последний солдат в этой войне не будет похоронен никогда. Но у нас есть реальная возможность хотя бы завершить подводную войну на Балтике. Почему важно? Каждый чувствует внутреннюю потребность сделать эту находку и рассказать родственникам, что их дед или отец погиб вот в таком-то месте. Он не пропал без вести. Он отдал свою жизнь за родину. Для нас навсегда останется актуальной задача не допустить повторения того, что происходило здесь во времена национал-социализма, того, что принесло сюда 74 года назад смерть и разрушение. В Германии 8 мая не празднуют. Это политический вопрос. Одни говорят, что это день освобождения, победы, другие говорят, что это день поражения. А для нас, поисковиков, это день скорби, в который мы вспоминаем жертв войны. Я нормально общаюсь с немцами, которые берегут память в Германии наших солдат, с людьми, которые понимают, что война страшная и не надо ни в коем случае войны. И когда вот читаешь, да, там, мы можем повторить, там, что мы можем повторить? Кровью залить страну? Что мы готовы повторять? Или показать, какой ты сильный, так ну ты же можешь показать по-другому. Ты выброси сигарету, перестань пить, воспитай ребенка, достойного гражданина. Давай так доказывать, а не то, что там словами-то мы можем повторить. 27 миллионов жизней ушло в никуда, грубо говоря, только для того, чтобы жили мы. Эти 27 миллионов, они же не просто так погибли. Нельзя забывать войну. Если забудешь, то... Считай, ты уже внес свой вклад для того, чтобы началась новая война.